Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. У Марины Африкантовой и Романа Капаклы проблемы в отношениях. Марина хотела бы, чтобы Рома чувствовал себя рядом с ней мужчиной, она себя ощущала бы маленькой девочкой. «Мне жаль, что меня не так», – пишет Африкантова. Виктору Литвинову предстоит разлука с Таней Мусульбес. Ведущие хотят его отправить на остров. Также лететь на Сейшелы предстоит и Лилии Четрару. Лилия очень не хочет лететь туда одна, она даже задумалась об уходе с проекта. А на поляну с острова возвращается Кевин Кузнецов. Маргарита Овсяникова чувствует, как ее ревнует к Алексею Купину Майя Донцова. Таким образом, девушка оказалась сразу в двух любовных треугольниках. «Если честно, мне это уже поднадоело», – пишет Марго. «Я хочу свои отношения, хочу влюбиться». Алексей Чайчиц не торопится заселяться с Лизой Триандафилиди. Многие участники считают, что чувств в этой паре нет, просто Лёше и Лизе так удобно. Чайчиц боится уйти, а Лиза хочет отомстить Роме Гриценко. Сергей Кучеров отправился в родной город Магнитогорск. Не исключено, что он уже не вернется на Дом-2. Виталий Малышев собирался уйти с проекта к Алисе Литинской, которая говорит ему о любви и о том, что ждет его за периметром. Но затем Виталий передумал. «Я ей не верю», – пишет он. «Я не хочу иметь ничего общего с ней». Марина Тристановна Абрамсон похвасталась шикарным букетом роз. Кто подарил ей цветы, она не признается. Маша Кахно рассказала подписчикам, что она попала в топ самых красивых и успешных по версии одного из журналов. В сети появились слухи о том, что на проекте будет еще одна ведущая. Ей станет Алена Водонаева. В сети обсуждают поведение Ольги Бузовой на Первом канале. В новом выпуске проекта «Бабий бунт» она металась по студии, показывая размеры своего бюста. Затем взяла у пластического хирурга два импланта и демонстративно засунула их под одежду. Бузова заявила, что никогда в жизни не вставит себе в грудь импланты. Ее устраивает свой небольшой размер. Этот коллаж сделали, чтобы показать, как выглядела бы Ольга, имея третий размер. Вика Романец в своем микроблоге рекламировала маску для лица. Подписчики очень удивились, когда поняли, что она делает маску с полным макияжем. Видимо, девушка не знает элементарных вещей, что маску для ухода за лицом нужно наносить на чистую кожу. Вика поделилась с подписчиками новыми фото с Антоном Гусевым. Ее фанаты, конечно же, в восторге. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.